А теперь об актуальной для летнего времени теме. В местах массового отдыха в Твери усилен контроль за соблюдением мер безопасности на воде. Спасательные отряды проводят ежедневные дежурства для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Они контролируют 15 километров береговой линии, где расположены наиболее востребованные территории для отдыха. Проверяется также еще порядка 20 мест и прибрежных зон. Жителям в том числе разъясняют правила безопасного поведения на водных объектах. Рейды проводят сотрудники городской администрации вместе с представителями Тверского инспекторского отделения центра ГИМС МЧС России. Призываем всех жителей нашего города и гостей нашего города очень аккуратно относиться к своему здоровью и соблюдать самые элементарные меры безопасности. Администрация города Твери делает сейчас все возможное, и наши спасатели сейчас работают в усиленном режиме. Большая просьба ко всем нашим жителям. Если вы видите, что где-то маленькие дети купаются или хотят искупаться без сопровождения старших, не задумываясь, набирайте телефон 112 и сообщайте об этом, пожалуйста, дежурную службу спасения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при обнаружении детей в ситуации потенциальной опасности, необходимо сообщить в единую службу спасения по телефону 112. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8 48 22 39 99 99.